Добрый день, с вами снова Игорь Бурнаевский, И это разбор партии 1-4 финала между Егором Лавровым и Тимуром Санкиным Как в предыдущем видео на канале сказал Вячеслав Каймин Будет много разборов, стараемся съесть все партии вот. И эта партия будет за мной, давайте посмотрим Тимур играет здесь белыми и Егору достался, соответственно, черный цвет Игра меня впечатлила Прежде всего, наверное, игра Егора не в обиду Тимуру. Такой молодой, такой сильный. А Тимур, то понятное дело. Понятно, что, чего можно от него ждать. Вот, но с Егором я пока даже еще ни разу не играл. Вот, в целом, очень сильную игру он продемонстрировал. Начало, в общем-то, ничего супер экстраординарного в нем нету. Вполне себе классические более-менее джасеки по современным меркам. Вот Тимур сверху решил зажать двушку черных. На самом деле, можно было здесь спокойно... Да, опять же, в же фусеке, да, можно играть по сути все, что угодно. Можно там прилипнуть, выбраться наружу. Можно здесь ходить. Можно там, не знаю, еще здесь залезть. Ну, что угодно можно делать. В принципе, ход вот сверху тоже нормальный. В этом как бы все в фусеке что хороших ходов много. Вот. И здесь Егор решил ударить плечо, не помогать своим двум камням сверху. В принципе... Опять же, это фусеки. Опять же, можно играть практически все, что угодно. Главное, чтобы у хода была цель. Ну и чтобы что-то он доделал. Хорошее. Соответственно, Тимур здесь решает зажать. Играет Хасами. Вот, и, наверное, мы можем сказать, что это все же первая ошибка. Не сказать, что она супер большая. Прямо с тем, что там мы увидим дальше. Там будут ошибки по 10 очков и по 15. Это так скромненько на пол очка условно. Вот, но все же не совсем не нравится это идеологически, потому что белый допускает то, что черный блокирует, тем самым территория слева становится существенно меньше. При всем при этом этот камень и этот камень, ну, все-таки слабоваты. То есть Тимур создал себе слабый камень рядом с другим слабым камнем. Ну, относительно рядом. Недалеко. В той же окрестности. Но при этом при всем, опять же, территория слева была существенно сокращена и территория сверху за счет того, что эти камни станут крепкими, тоже, скорее всего, будет существенно сокращена. Поэтому можно было спокойно согласиться на такой вариант, условно, ничего страшного в нем нету. Ну а то и дальше там прилипаем, к примеру, спасаем этот камень, можем, сперва сразу тем же самым заняться. Вот, но просто не плодить лишние слабые группы было бы чуть, -чуть более верным решением. Вот сейчас Тимур помогает, что понимает, что Помогать надо именно камню слева, потому что он уже достаточно ослаб. И опять же, на фоне еще одного потенциального слабого камня. При этом это атакует трешечку черных на левой стороне. Поэтому направление хорошее, интересное. Намного более адекватно, чем где-то здесь, потому что видно, что тут. Ну, по-всякому, черные будут уже крутить белыми как захотят. И не сказать, что территория сверху слева это прям территория белых. Там еще вполне себе есть различного рода залезания. Даже прям прилипнуть уже стоит вопрос, как на это ответить. А на с этой стороны это сюда. Если Atari, то видны проблемы. То есть даже сходить здесь, ну что? Либо тут прорыв, либо, соответственно, удлинение и минус три камня. Но сейчас очень много в любом случае. Можно будет что-то придумывать. Ты. Раз не стал защищаться там Тимур, то логично, что Егор там отыграет. В принципе, это одна из возможных опций. Можно было там ставить Агейму, к примеру, с дальнейшим э, потенциалом для соединения по второй линии. Плюс это укрепляет Касуми, сокращает глазное пространство никинтоби Тоби Белых. В принципе, хороших планов, опять же, много в Усеке. Вот, и Тимур здесь решил сыграть ход на разделение. Ну, потому что представьте, что было бы, если бы Черный еще здесь ходил как-то было потенциально два объекта для атаки. Ну, не сказать, что прям супер атака бы возникла, но тем не менее два объекта для давления было в распоряжении Тимура. И если допустить то, что черная соединится, то от таких объектов остается целых ноль. Поэтому ход на разделение. Ну вот, но при этом надо понимать то, что сверху борт остается открытым, и, соответственно, можно будет там в дальнейшем за черных отыгрывать и отнимать, соответственно, территорию. Егор красиво достраивает форму, ну, Соответственно, все это теперь не режется. Формируется некоторое глазное пространство даже в этой области. Ну, скорее, то, что она просто не режется, хорошая форма. Вот, и при этом это еще и давит на Никинтоби. Поэтому Тимур возвращается и защищается. Та самая гейма. Угу. Несколько обмена сверху справа. Тимур здесь понимает, что надо бы самому что же укрепиться. Потому что на самом-то деле после такого обмена, как вы знаете, существует... Весьма неприятная слабость, связанная с потенциальным утягиванием этих камней. Можно это еще вставить. Вот, и тут могут быть некоторые трудности, потому что и с углом могут быть осложнения. Важно понимать, что там, ну, не важно, сюда просто сходить. А теперь такой угол будет жить только на кубарьбе локально. Но, опять дело, что сейчас он живет просто так, потому что тут есть разрезание. Но если возвращаться и защищаться от борьбы, то как-то это слишком уж приятно за черных. Черный получил тигриную пасть, идеальную форму, пока белый там отыгрывает по первой и второй линии. Поэтому неприятно, еще и эти камни слабые. Поэтому решает, надеюсь, усиливается сам. Вот. Ну и в целом в дальнейшем равно кантикейма может базу здесь подвыбить. Плюс есть потенциальное разрезание. Поэтому да, как белый укрепился, черный тоже укрепился, но потенциал для атаки ну, какой никакой остался. Вот, и дальше было прилипание. Стандартная идея для того, чтобы позаботиться о своем слабом к камне, прилипать в зоне оппонента. Может быть, не лучший ход, может быть, уже было сюда поинтереснее, может быть, косуми было поинтереснее, но ладно. Ничего страшного, в любом случае, в этом нету. Далеко не самые грубые ошибки, которые здесь могли бы быть. Вот дальше идеальная игра за обе стороны. Соответственно, из-за того, что тут везде потенциальные всяческие лесенки, из-за того, что постоянно всякие разрезания остаются, лучший способ это просто всем соединиться. К примеру, если черный твой татаре, белый соединяется, черный тоже сразу должен возвращаться и защищаться, но проблема здесь в том, что разрезание, к примеру, все еще остается. Ну, что, возвращаться, добавлять здесь ход? Ну, как-то это, честно говоря, выглядит не особо перспективно. Да, была забрана территория снизу слева, забрана. Порядка 10-15 очков дополнительных, но белый очень сильно укрепился эти камни стали сильнее, зона снизу стала крепче, зона в центре даже появилась. И так если внимательно присмотреться, то на самом-то деле здесь в дальнейшем еще какие-то вопросы к этой группе начнутся. Казалось бы, это была стенка, а вроде бы уже и пустой треугольник в этой форме, и глаз нету, и все не особо красиво. Поэтому лучше сразу соединиться. Вот и место Хане Егор, соответственно, удлиняется, не оставляет никаких разрезаний в своей позиции и вправе, в принципе, претендовать на большую территорию снизу слева. Но белый. На самом деле мог сразу сходить сюда. Ну, мог там базу построить. хотя такой ход мне как-то импонирует побольше, потому что он м -м, пытается увязать между собой две группы белых, которые не до конца понятны в своем существовании стоят. Вот. Но вместо этого Тимур решил для начала прилипнуть, вставил несколько обменов, м -м, после чего решил построить базу снизу. Вот. И дальше, наверное, первая существенная ошибка со стороны города. Это прям очень сильная игра. Я уже сказал, что вообще-то ни одной ошибки не было, да по сути, только вот одну допустил. Но исход мне категорически не понравился, потому что не совсем понятно, а что? Как бы в чем план? План в том, чтобы дать соединиться этой штуке и вот этой штуке, но это не особо хорошая идея, потому что, помимо трех камней слева, два камня сверху тоже могут быть под давлением. Не стоит забывать то, что тут все еще остаются какие-то все еще можно это отрезать, поэтому тут непонятно, тут непонятно, и тут было непонятно. Поэтому направление должно было быть все же таким. Это также давит на эти камни. Вот, но если сейчас белый проявит, Да, эти камни чуть послабее, но стоит белый здесь намного слабее. А черный должен быть в позиции силы, потому что, как я уже озвучил выше, непонятно, непонятно. Может, это непонятно, и это все еще непонятно. Да, и тут даже слабости остались. То есть у белых больше территории, что заслужено. У него три угла, плюс коми, плюс территория снизу. Пока что все, что есть у черных, это вот территория снизу слева. Да, она не маленькая но ее явно не хватает, чтобы компенсировать все то, что уже набрал себе белый. Поэтому нужно играть активно. Нам нужно отрезать, а не давать соединяться. дальше, соответственно, угрожаем той самой слабостью. Ну и заботиться здесь Егора о своей группе. Толчок ничего не дает, потому что такой ход может соединиться. Единственное, что дальше будет весьма крупная йоса, порядка 10 очков, возможно, сесть камень. Но прямо сейчас, понятное дело, что это слишком рано, и речь про это даже не идет. Вот. Ну и Тимур тоже немножечко... Э э э перевел дыхание, соединился наконец-то, избавился от слабостей, эти камни подсоединились, территория сверху слева сформировалась. Вот. Но Егор не лыком шит. И просто-напросто, нелоком делом, просто начинает резать. Да, Тоби в принципе, форма, которая режется, особенно когда у тебя все крепко в округе. Вот решил он вот такой вот план применить. В принципе, не обязательно было играть так остро, но в целом мне нравится. Даже несмотря на то, что это типа небольшая ошибка, вот мне на самом деле этот ход нравится. Дальше Тимур хочет здесь немножечко укрепиться, ну, то есть и тут разрезание возникло, и тут разрезание возникло, еще и тут можно ход получить. База в сента появится, потом еще какие-нибудь отыграть. Вот, ну, видно, что это жутко пассивно. Белый укрепился, черный там особо ничего не получил, белый забрал вниз, черный даже еще не живой еще, так локально. Ну, конечно, не умрет, но основное стало суще существенно меньше, чем хотелось бы. Вместе с этим стало и очков поменьше, поэтому... Егор здесь понимает, что надо отвечать активнее, прилипает вот, и допускает это разрезание. На самом деле это не ошибка за Егора. Потому что, с одной стороны, тут есть разрезание, но с другой стороны, и тут есть разрезание. К сожалению, оно не было использовано, и это станет одной из основных ошибок этой партии в дальнейшем. Мы в этом убедимся. Вот, но в целом все было нормально. Пока, да, пока до лотари Вот, и здесь э, начинает Тимур что-то пытаться придумать в этой области. Вот, на самом деле здесь много ошибок. Такая самая ошибочная стадия игры тут была. На самом деле надо было сейчас вот просто бросить и сходить, к примеру, сюда. Супер важно. Сэнта, потому что такой ход. Ну, конечно, можно так сходить, но, боюсь, это ничем хорошим не закончится. Минус вся территория слева. Камни слева у белых спасаются центр становится суперпрочным, вся эта форма становится непонятной, поэтому выбросить как бы у черных-то и нет. Черные пятна здесь защищаться. Ну хорошо, тогда можно все это тащить. Ну, в принципе, тот же самый план мог и дальше сработать. Вот, но его нужно было, собственно говоря, делать так, чтобы он как бы работал. Да, то есть, не знаю, дать Atari такой вот также сюда, или сюда можно соединиться. То есть, в принципе, уже спас камни, уже усилился в центре, уже неплохо. Здесь, наверное, ничего не получится, да, но, но что-то было до этого. А... Вот, а вместо этого получилось не очень-то хорошо. Как Какие-то еще варианты-то могли быть. А, да, во, вот сюда надо было сходить, вспомнил. Сюда же надо было сходить. если так, то жизнь. Если так, то, опять же, у нас есть такой ход. Это все еще сента и дальше, предположим, сюда. Либо там, не знаю, сюда вот. Хотя сюда лучше. Что так, ну окей, спасли еще больше очков. И это неплохо за белых. Но вместо этого, на самом-то деле, прямо сейчас можно было прямо взять и дать атаре. Ведь даже если сесть этот камень, ну как-то я искренне сомневаюсь, что тут есть хоть какие-то шансы, хоть какие-то надежды для белых. Ну это не знаю, сюда даже сходить как спасать никак. Нотариус важное. Оно помогало бы спасать эти камни. Вот в партии был пассивным, из-за чего Тимур, в принципе, успел получить хоть какую-то компенсацию, но тоже на самом деле не особо это было приятно. Хорошему, наверное, все еще удлинение. Либо, может быть, удлинение сюда. Да сюда все же поинтереснее. Просто спасти эти камни. Да, позиция чуть хуже, но очень даже еще играбельная. В партии это все превратилось в кошмар. Потому что, казалось бы, белый может что-то спасти, но на самом-то деле потери уже очень существенны. И сказать то, что белый хорошо что-то спас, лично у меня язык не поворачивается. Потому что среди -то здесь, ну, хорошо, можно вплоть, все вплоть до такого хода играть. Что соединиться здесь, так это все погибло. Что угол-то мертвый, поэтому эти камни безопасности, это пануки, а это просто все мертвое. Потому что здесь сделал, соединяться. Но минус камни. Все тут разрезание есть. Защититься здесь. Ну, во-первых, я могу порезать тут. А во-вторых, положим, могу отрезать здесь. То есть вся позиция белых здесь развалилась. И Егор вышел далеко вперед. На 20 где-то очков. Но Тимур не зря чемпион России двукратный. Понимает, куда ветер дует. И понимает, что нужно поставить позицию. А решает он здесь порезать окончательно, то есть соединяет камень. В свое время, как вы помните, он порезал в обмен на прилипание. Вот и здесь мне кажется, с Егором сыграла злую шутку, э, как бы чувство собственного преимущества. Ну, то есть Егор точно понимал, что он впереди, но он слишком зажато начал играть, э, плохо начал считать. Чему я хотел удивлен, потому что мне казалось, что, что вот с его школы я, он, как вы знаете, учился в Китае некоторое время, там пол, 5 месяцев он, или 4, 4, месяца по, по программе ЦЕГО от Европейской Федерации ГО. Там их прям пичкали задачами, поэтому не все что Егор счет как бы не слабее Тимура, счета Тимура так точно. Вот. И все, что он сейчас на самом деле должен был сделать, это, ну, порезать. Что сделать? Сюда играть? Ну окей, тут порежем Вот или сначала, может, даже, не знаю, так вот играть Тут появилось разрезание И что, него защищаться как-то Но как это убивать? То есть тут разрезание, тут большой глазной персонаж Тут слабости, тут еще Санта сейчас появится Против этого угла То есть здесь как бы все замечательно у черных большущее преимущество Группа справа о себе прекрасно позаботится Но намного важнее позаботиться о камнях снизу Чем о камнях справа По итогам ход не особо хороший Даже локально Интереснее было бы сюда. Тоже этот ход по форме был бы. Но проблема в том, что, как вы видите, ну, даже так можно, да. Очень крупные неприятности здесь случились у белых. Поэтому и по форме даже это не совсем корректно было. Вот, и начинается жесткая атака ко мне снизу. Как видно, теперь у них совершенно нет базы. Но при этом позиция все еще нормальная, что тут тоже много слабостей в позиции белых. Вот, но Егор реально, мне кажется, начал паниковать. Ты вот, начал нести очень существенные потери. То есть он отдал по факту эти камни, отдал территорию снизу, тут пока еще даже ничего не забрал. И это 20-очковое преимущество превратилось в ничто. Сейчас несколько обменов. И возвращаемся, доигрываем справа, забираем камни. Много очков, как вы понимаете. Дальше пренеприятнейшее сжатие. И внезапно оказывается, что отрезан да. Вот и даже тут на самом-то деле все еще не поздно было передумать и присмотреться к позиции повнимательнее. Но, скорее всего, было уже бьем, и банально не было времени считать здесь точно, что происходит. Но то, по хорошему на самом деле надо было играть сюда. Даже если внезапно белый сходит здесь и убьет все это действие, важно понимать, что на самом-то деле белый умер в куда большем масштабе. То есть здесь переживать не, не за что. Эти камеры, поэтому это спасено. Это все крепко, как следствие. А вот у белых просто решито. Слабость, 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 слабость. Все слабо. То есть, скорее всего, вот это все банально бы умерло. Но, как вы прекрасно понимаете, это намного больше, чем это. Но Егор неправильно оценил ситуацию. Отдал пануке, дал соединиться здесь. И все еще не поздно было бы где-то тут ответить. Это была бы более-менее еще интересная позиция. Соответственно, было бы возможность, была бы возможность здесь белых нарезать очень тонкими ломтиками. Очень много слабостей, но вновь не воспользовался этим вариантом. Тимур берет очередное понуки, еще и в Сента, и просто брает ультимативно крепкий ход, тем самым декларируя, что он победил в этой партии. И он абсолютно прав в этом, потому что такое преимущество уже отыграть не под силу никому. Э, слишком много ошибок было, ну, опять же, я их связываю с Биоми. Как по мне, вот именно много ошибок на Биоми было со стороны Егора. То есть отдал... Э, еще и тут Йоса тоже отдает, как видно. Эти камни отдал, здесь отдал Пануки по Х2. Э, потерял всю территорию снизу, справа дал спасти эти камни, ты, белый, вообще ничего за это не заплатил. Тем самым уже очень большое преимущество Тимура, порядка 20 очков, уже в его сторону теперь 20 очков. Вот, тем не менее, то, как играл Егор, пока у него было время, лично меня очень впечатлило. Действительно, максимально качественная игра, мощно. Красивая, да, я даже не досмотрел этого момента. Красивый это суд от Тимура, на удар в дальний пояс Кейма. Проблема в том, что здесь нельзя соединяться. Из-за такого сжатия. Вот, и внезапно эти камни выживают. Это все умирает. Красиво. Приходится играть по самым треугольникам. И значит в сент еще порядка 8 очков здесь было отнято. Ну окей, здесь немножко потерял. Ну, Где-то 6 очков в сент. Красиво. Вернулся, доиграл. Ну, ну и тут уже в принципе не особо интересно. Тимур уверенно эту партию до победы довел. Ну, так что в целом Егор молодец, красиво, но надо практиковаться, да, играть и на быстром контроле, когда цейтнот. Но, Тимур, наоборот, мне кажется, играет на биоме очень хорошо. Стаж сказывается. М ну, да. На этом по этой партии у меня все. Дальше следующее видео будет, скорее всего, от Алекса Мурмцева. Его партия с Антоном Черных. Спейлирю немножечко. Вот и в том числе вы никогда не угадаете, кто у нас будет разбирать финальную партию. Можете предложить написать свои варианты в комментариях. Попробуйте догадаться. Это достаточно интересный гость. Хорошо, на этом по этой партии у меня все. Спасибо.